Кожна хвилина, присвячена порятунку життя, безцінна. Ігор врятував кошеня Єнну, яку знайшов на дорозі із великою скальпованою раною на лапі. Увидел, что под рекламным щитом лежит котенок. Показалось мертвый, проскочил метров 10, но потом что-то внутри заело. Вернулся назад и увидел, что котенок поднял голову, мутный взгляд, на спине раны, на хвосте раны. Чоловік повідомив про це на гарячу лінію порятунку тварин. Кошеня втратило багато крові. Їй двічі робили переливання, зашили рану та ампутували хвіст. Через 4 дні інтенсивної терапії Єнна почала самостійно їсти, пробувала ставати на передні лапки і просила ласки. Зараз триває лікування. Дівчинка всіма силами бореться за життя. Благодаря цьому дзвонку вдалося спасти життя котенка. Якщо, допустим, такой маленький один поступок для тебя не имеет никакого значения, то для этого животного это вопрос жизни и смерти. И даже если это необходимо, временные, финансовые ресурсы, тратить их с целью спасти кому-то жизнь, никогда не нужно думать, взвешивать, стоит ли это того или нет. Нужно приложить все возможности, если не удастся, ты будешь знать с чистой совестью, что ты сделал максимум, который от тебя зависел. Такие поступки, как бы, они должны делаться по умолчанию. Не надо для того, чтобы ставить себе какие-то галочки, не надо для того, чтобы потом кому-то рассказывать. Это просто, ну, должно исходить изнутри, и это позволяет, в принципе, спать спокойно, зная, что на том пути, который ты держишь, ты помогаешь ближним. Хай же тебя переможет все. Я очень рад, что котенок выжил, конечно. Пусть живет.